Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господа Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил.